Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Февраля 14 года у нас случилось несчастье, мы сгорели. От замыкания электропроводки у нас сгорел полностью дом, все соответственно вещи. Ну и потом своими силами мы начали строительство. Строились сами, без всяких работников, своей семьей. Строили 200 квадратов. В улетах мы единственная такая семья, у которых 8 детей. Ну как, управляемся. Ребятишки у нас уже взрослые, они нам уже подмогают хорошо. Помощники хорошие, по хозяйству помогают. Ну, в дальнейшем мы еще не думали, нам надо сейчас завершить строительство, отделать его у нас, как бы еще незавершенка идет.